Что ж, давайте рассмотрим формы общего откровения. Я думаю, у вас есть какое-то представление об этом, о том, какие формы может принимать это откровение. Но давайте повторим, если это возможно, эти различные формы. Общее откровение доступно, во-первых, через природу или через сотворенный мир, сотворенную Вселенную. И здесь позвольте мне упомянуть тексты из Писания, которые говорят об этом, и вы сами потом их просмотрите. Какие-то из них, я думаю, вы знаете наизусть. Римлянам 1 глава, стихи с 19 по 23. И в них говорится о том, что возможно знать о том, что Бог существует, через рассматривание творения, которое видимо. Псалом 18, стихи со 2 по 7. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». И дальше псалмопевец продолжает говорить о свидетельствах в пользу того, что Бог сотворил этот мир. Еще тексты Писания, которые имеют отношение к этой концепции, 8 Псалом, стихи 2 и 4, Иова, 12 глава, стихи 7 по 9, Исаия, 40 глава, стихи с 12 по 14, а также 46 стих, 26 стих. Итак, Исаия, 40 глава, стихи с 12 по 14, и также 26 стих. И, наконец, послание к евреям, 1 глава, 10 стих. Что ж, это та форма общего откровения, о которой мы думаем в первую очередь, когда начинаем размышлять об этом откровении. Но это не единственная форма, потому что Писание также показывает нам, что есть и другая форма естественного откровения через сущность и природу человека. И здесь также я хотел упомянуть несколько текстов Писания. В первом речь идет о нашей совести. Это вторая глава послания к римлянам, стихи с 14 по 16. И Павел пишет о том, что благодаря нашей совести мы можем узнавать, что правильно, а что неправильно. В 17 главе книги Деяний, в стихах 28 и 29, и, как я помню, это проповедь Павла на Марсовом поле. И вот что Павел хочет сказать, что когда вы вникаете в себя, и вы понимаете, что не вы сотворили самого себя, кто-то другой это сделал, то вы должны понять, что тот, кто сотворил вас, по крайней мере, так же велик, так же могущественен, как и вы. И, конечно, Павел указывает им на то, что тот, кто сотворил нас, это Бог. И, по сути, он говорит вот что. Посмотрите на себя, на сотворенных людей. Маловероятно то, что тот, кто сотворил нас, уступает нам в чем-то. Гораздо более вероятно то, что тот, кто сотворил нас, более велик, чем мы. Что ж, вам не нужно читать Библию, чтобы это понять. Все, что вам нужно, это вникнуть в себя, посмотреть на природу человека, и что это все может означать. Значит, кто-то сотворил вас. Затем есть еще текст в Ветхом Завете, и я оставил его напоследок, потому что, как мне кажется, он не так прямолинейно об этом говорит, как первые два. Но в книге Исаии в 29 главе, в 16 стихе, вы можете прочитать о том, что все сотворенное свидетельствует
о существовании Творца, во всяком случае, как представляется, именно об этом говорит этот текст. Итак, есть общее откровение через природу или сотворенный мир, затем через природу или сущность человека, и теперь третье — общее откровение через провидение и деяние Бога. И здесь я хотел бы указать вам на два конкретных момента. Во-первых, мы видим провидение Бога в сохранении и поддержании жизни на земле. Я думаю, очень многие люди проживают день за днем и даже не осознают то, что они дышат воздухом. Хотя, если задуматься, то на других планетах нет такого воздуха. Почему же так, что у меня есть воздух, я могу дышать, и это не прекращается? Мы с вами не сознаем, не чувствуем, как вращается наша планета Земля вокруг своей оси, но мы замечаем день, замечаем ночь, и мы понимаем, что что-то меняется. И мы также знаем о том, что мы живем на планете, которая движется по своей орбите, и она не сходит с этой орбиты и не сталкивается с другими планетами. Такого не происходит с планетой Земля. И я сомневаюсь, что многие люди живут с мыслью об этом, думая об этом. Что, знаете, тот факт, что у меня есть воздух, и я могу дышать, свидетельствует о том, что есть Бог, который сотворил этот мир именно таким, каков он есть, чтобы я мог в нем жить, и этот Бог поддерживает мою жизнь. И тот факт, что наша планета не сходит со своей орбиты и не врезается в другие планеты, это еще одно свидетельство того, что Бог хранит свое творение. Потому что если вращение планет по своим орбитам вокруг Солнца целиком и полностью определяется одними лишь естественными процессами, то нет никаких оснований полагать, что и завтра планеты будут оставаться на тех орбитах, на которых они находятся сейчас, что завтра они не сойдут со своих орбит и не столкнутся друг с другом. И теперь есть много текстов в Библии, на которые можно указать, которые говорят о том, что Бог поддерживает жизнь на земле. Позвольте мне упомянуть лишь несколько. Матфея 6 глава, стихи с 26 по 30. Это часть Нагорной проповеди, где Иисус призывает людей не волноваться о том, что будет с ними завтра, и где они найдут пищу для пропитания, что цветы полевые, птицы небесные, они об этом не заботятся, и все это имеют, потому что Бог питает их. Он заботится о том, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего существования. И, несомненно, мы гораздо ценнее их. Поэтому вы можете быть уверены в том, что если Бог заботится о них, то Он позаботится и о вас, и обо мне. Затем в книге Деяний, 14 глава, 17 стих. И затем далее, в 17 главе Деяний, 28 стих. Я полагаю, это слова апостола Павла, и он говорит о Боге. «Ибо им мы живем и движемся и существуем». И мысль здесь состоит в том, что без Бога, без Его действий и помощи мы не сможем прожить ни одного мгновения. И еще один текст. Послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стих. И в этом стихе Павел пишет, «Ибо Он, то есть Бог,
есть прежде всего, и все им стоит. И вот греческое слово, которое здесь используется, имеет значение «удерживать вместе». И мысль здесь состоит в том, что все, что есть в этом мире для поддержания жизни, удерживается вместе только благодаря Божьей силе, только благодаря Ему все еще не распалось. Без Бога в этой вселенной наступит коллапс, все разрушится. Что ж, мы также можем видеть провидение и действие Бога в том, как Он исполняет свой замысел в истории. И здесь я также хотел бы указать на некоторые стихи из Библии, и вы сможете сами их посмотреть. Это Псалом 74, стихи 8 и 9. И опять 17 глава книги Деяний, стихи с 26 по 27. Послание к римлянам, 13 глава, 1 стих. Я думаю, все вы знаете этот стих. В этой главе, послание к римлянам, апостол Павел говорит о властях и о отношении к ним. И он очень ясно дает понять, что власти установлены Богом, что выбор власти, продолжительность правления этой власти, все это проявление Божьей милости, Божьей благодати в этом мире. И Павел говорит, что лучше плохая власть, чем вообще никакой власти, потому что тогда наступает полная анархия. И Бог это знает. Поэтому Он и следит за тем, чтобы была власть в этом мире, в котором мы живем. Еще несколько стихов из Ветхого Завета, которые говорят о том, что Бог исполняет свой замысел в истории. И я здесь думаю о 4 главе книги Даниила, стихи 34 и 35. Я думаю, вы помните о том, что в определенный период своей жизни царь Навуходоносор потерял рассудок, он уже не мог адекватно вести себя, и в какой-то степени он уже не мог контролировать свои способности, и в итоге он полностью сошел с ума, он уже не мог жить среди людей, и в итоге жил поле, подобно дикому зверю. Но далее Писание говорит о том, что к нему вернулся рассудок. И он осознал, что мир не вращается вокруг него. И он признал, что есть некто, кто гораздо превыше его. И Писание говорит, что в этот момент Бог и вернул ему его рассудок, и он вернулся на царство. И в книге Даниила, 4 главе, стихах 34 и 35, Навуходоносор говорит нам, что же он наконец осознал о Боге. И то, что он говорит, ясно свидетельствует о том, что Бог контролирует то, что происходит в этом мире, поставляет и низлагает власти. В 31 стихе Даниила 4 главы мы читаем, «В окончании же дней тех, то есть дней, когда он жил как дикий зверь, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Что ж, вы можете сказать, но это лишь мнение Навуходоносора. Но здесь нету намека, и в других местах Писания нету намека на то, что Навуходоносор здесь был неправ.
И совершенно ясно то, что это заявление коренным образом отличается от того, что Навуходоносор говорил ранее: «Я царь, и все вращается вокруг меня, я все решаю». А здесь мы видим смиренного человека. И здесь мы видим, что наконец-то до него дошло, наконец-то его осенило. Он осознал, что мир не вращается вокруг него. Вместо этого все вращается вокруг Бога. И еще один текст. Это немного другой текст, записанный в Ветхом Завете, Аввакум, 1 глава. С 1 стиха по 20 стих 2 главы. И вы можете сказать: «Ну, я не так часто читаю книгу пророка Аввакума, но я ее читал, и я не помню там, чтобы там было что-то написано о исполнении Богом его замысла в истории». Но вот моя мысль. Эта книга показывает, что даже несмотря на то, что нечестивые процветают, их процветание длится недолго. Бог непременно проявит себя по отношению к этим людям. И наказание в итоге будет более тяжким, чем в отношении тех, кто не был настолько нечестив. Но вы можете сказать: а при чем здесь исполнение Богом его замысла в истории? Но этот текст показывает, что есть владыка, есть судья, который следит за делами человека. И он знает, когда нечестивые процветают за счет тех, кто не имеет голоса в обществе, которые не имеют веса, не имеют власти в этом мире. Бог следит за этим и непременно проявит себя. И Он позаботится о том, чтобы все нечестивые, которые процветают за счет других, будут в итоге судимы и будут наказаны более жестоко, чем те, кто не был настолько нечестив. Так что да, несомненно, Богом установлены определенные справедливые и нравственные правила. И прежде чем будет сказано последнее слово в истории человечества, в истории этого мира, именно Бог поставит последнюю точку и накажет тех, кто это заслужил. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.